Абхазию не пускали. Сквозь 42-й Да, непризнанный да, регион да, был. да, да, было такое. Блять, все вокруг него. А че он засветился, я не могу. Двигатель форсирован. А, ты его засветил? Не, он сам стрелять начал. Блять, сука, он мне сломал моторы, рули, блять, а я ему нихуя за все попадания, блять. Я этот сонар на всякий включу. Вот да, давай. Да. Пиздец, он меня почти выебал, охуеть. Ну, он на торпеды садится, ему пизда. Красавчик. Вражеский эсминец потоплен. Бесмарь, два пожара тушился. Постановка дымов завершена. Вот эта хуйня сейчас будет выходить на точку. Колорадо? Он прям едет, ну, судя по этой торпедной бои. А, все, остановился. Да, тормозит. Ебать, у него длинная, да, торпеда? У кого? Ну, у этого, у этой залупы, которую ты забрал. 8 километров. Как 8? 12? Нет, у Фантаска он спросил. Или я неправильно понял? Ну, они аж до меня дошли, а он светился. Да, там 8,5. Ну, в зависимости от кэпа, от всех, они... Блять, ну дай точку забрать, вот молодец, пидорас. Ух, сейчас... Я поеду на Колорадо вообще, заберу его вблизи. У него сейчас будет точно затопы. А, давай, блядь. Я на фуге. Наебався, блять. Че, не было затопа? Блять, нет, он прожался от пожаров моих, блять, и ни одного затопа, пиздец. А, то есть у него ремка работала. Не-не-не, не могла уже работать. Он сейчас утонет. Блять, заебал эта отрыжка ебаная, блядь. О, затоп, нихуя себе, блядь. Дал пожар ему. Ну, у него затоп. Выбись. Нас слева выебали. Пиздец. Да. Там эсминцев нет, сейчас там фланг развалит. Пошло, все эсминцы сдохли, блядь. Идиоты ебучие. Но нам что, нам нужно на прорываться, да, забирать. Бисмарк бы утопить. Но он там горит или тонет. Ну я могу вокруг острова. Не-не, вокруг не надо, не надо вокруг. Долго очень будет. Ну, гнездик туда уже разогнался, пусть идет, я думаю, на крайняк торпедами хоть заберет его. Блять. Поджог. Хуёво дело. Бранденбург затоп. Угу, видел. На фуге переключился. Сейчас еще будет. Бранденбург затоп снова. Огонь. Ну что, сейчас 10 секунд перезарядка. Блять, ну вы там с ними сами разберетесь, наверное. Вас... Вы ж фуловые вдвоем. Ну, у меня. Ёб твою мать. Не, ну у них хп меньше, поэтому. Не-не-не, нормально. С собой. Я поконтрю просто Б точку. А кто у них СМ остался? Акация, ну с акацией еще. Не, вывел из строя без пожара, приколи. Бранденбургу.
Ну давай там, забирай у него, пока еще ремки долго не будет. Он на пожаре. Ой, блин, зато сидит. На пожаре сидит. О! На пожаре сидит. Кстати, блять, вот к разговору о пилинге. Он долбоеб на Акацуке на пилинге играет. Красавчик, че, молодец. Просто, блин, в такой сборке ты не прочувствуешь корабль, именно его, ну, фишки, так скажем, торпедные. Юр, блин, попади один раз, и он все. Вряд ли он на времени хватит. Да, да, сейчас я выхожу. Хотя, погоди, не трожь, вдруг это от моих утонет. А что, он до сих пор тонет? Да, он до сих пор тонет. Блин, чуть-чуть осталось, не утонул. Пидор. Лох пидор, нет друзей. Он вообще на пенек сел, должен был косарь отдать. Хуя себе жамбар фуловый, ёбаная жизнь. Я охуел, бля, сейчас. Веселились. На том фланге. Да не ёбнутые какие-то, блядь. Так, он прожался, Бран. Да, я его поджег, он прожался. О, я утопил кого-то сейчас. Ну, утоплю. Ебать, я застрял. Блин, не вперед, не назад. Ебать, в дымах долбоеба уебав. Сука, где двойной удар? Вы охуели, блядь? Там было 10,5 секунд, наверное. Есть, горит. Суки, блядь. Ты приколи, я не могу сдвинуться никуда. Все, я встал. Застрял? Пизда рулетом. Так, короче, на. Блин, база. Ну, вроде потихоньку вперед что-то там оттолкается. ШБ. Ладно. Понажимай вперед-назад и постоянно рулем вправо-влево крути. Может выедешь. Так. Обычно помогает. У Фандра ХП меньше, но у него позиция получится. Не, я пока точку возьму, чтобы на Верочку. Я не поеду. Я из пилинга вышел. Давай, я на Д пойду точку забирать. О, все, вроде вышел. Пиздец, на ровном месте встал. Блять, вот чё никто не подсказал, что они точку А давным-давно уже взяли? Да не, недавно, прям перед тобой подложено. Да? Надо. Я, блядь, не обратил вообще внимания. Не, я не буду рисковать, пизду, блядь. Пусть этот жанбар катается, блядь, я ебав. Не, давай я туда пойду. Не, едь на Д, нормально. Просто если меня засветят, мне могут пизды дать. У меня 4900 всего. Ну капец, там у жабы угол поворота башни. А у меня за пределами карты там кто-то с жабой из линкоров наших. Это Фландра, да я вот перед ними же стою. А у жабы пизда, все. А, ну все тогда. Вандер, по-моему, ни разу еще не выстрелил. Не видел. Это ой, хорошо как. Ну что, вы сейчас, кстати, фландеров докачаете на трех выскочим. Линкор врага. Или вас там дохуя еще качать? У меня, по-моему, 89-й что-то такое. А. Блять, надо кракена срочно делать. У меня. Я, кстати, в пилинге. Да вон на С точке. А, и С захватывается, да? Вот я ехаю. Давай, делай. Ну я пока развернусь, мне проще до Д дойти. 5 минут до конца боя. Педро, блять. Педро G7. Ёб твою мать, G7 нахуй. Сачку въебав на Акацуке катается. Пиздец, блять. Надо же было, блядь, себе Педро. Ну, не, подожди, он же не знает нашего, блядь, вот этого российского, да, Педро? Да ебёт кого, блядь. Поэтому он думает, что он Педро такой, великий, блядь, какой-нибудь там. Пусть дальше хуй в этом, блядь, в раковине полоскает, блядь. Воду экономит, ёбаный. Сука. Вот, я засветился, он вышел из точки сюда, похоже. Не, ну может быть в бок. Пацан дикий в чате, блин, он это вообще новичок, ты помнишь, у него вообще один командир, это французский всего был, да? Он, ой, я свечусь. Сейчас смотрю, он тебе, да, вышел. Огнесинал выкатил 3300 опыта в первом бою. Охуеть. Блять, а он фуловый, падла.
Он явно мне торпед напускал. Я ему там дал чуть-чуть. Дал. О, на трешечку ему дал. Чем мог? А, ты на краке найдешь? Ебать. Да, так что там маленько коней приостанови, сейчас я его добью. Я не стреляю. ПМК сейчас выключу, подожди. Все, огонь, не, огонь. Ты по нему хорошечно въебав. Ну я ему дал, да, там чуть-чуть. И еще... Если чуть-чуть. Ты как следует ему въебал. Нихуя, 4к опыта, ебанись, блять. Ебать, красавчик.